Всем привет! Вы на канале Sparkle Time, и сегодня я хочу рассказать вам пару новостей. Первая – это уже, скорее всего, для всех известная новость, да и произошла она еще в конце января, но это та новость, что я покинула проект MLPS у Summer, и теперь больше видео с проекта не будет. Но это такая новость, которую все знали, поэтому давайте продолжим. А вот вторая новость, это уже та новость, о которой я еще нигде практически не говорила, так как я еще сама не могу определиться, но все-таки я окончательно решила, что видео с таких, как раньше были, там обзоры и т.д. не будет на моем канале больше. Хотя, я думаю, уже для многих такая рубрика вообще стала на моем канале как что-то из прошлого, потому что последнее такое видео, мне кажется, еще было в августе. Так что, ну, это все я уже решила окончательно. И все. Теперь будут нам по канале только PMV, там спидпейнты, анимации, в общем, короче, что все такое с монтажом. И иногда будет выходить там что-то такое непонятное, там, как пение или еще что-то, но это будет очень редко и так. А такие вещи, как обзоры и видео какие-то с игрушками, таких вообще уже видео больше не будет. А если и будут какие-то разговорные видео, то они будут очень редко. И они будут больше уже, ну, с монтажом, а не как я там делала раньше со своими пони, с коллекцией и т.д. Это решение я приняла из-за того, что у меня лично уже больше нет желания снимать такие подобные видео. Во-первых, я снимала эти видео больше, чем где-то больше 2 лет. И мне как-то вообще желание пропало снимать. Да и, ну, вот как-то мне же стало просто неинтересно. Коллекционировать я тоже уже буду их меньше, а возможно уже вообще не буду коллекционировать. Посмотрим, но снимать какие-то такие видео у меня реально нет ни желания, не тратить на это время, ничего такого снимать. Короче, просто вот так. Ну а теперь третья новость. Не спешите отчаиваться. То, что я перестану снимать видео для таких рубрик, это не значит, что у меня нет еще желания снимать что-то на камеру. Снимать что-то. И поэтому я ввожу на канале новую рубрику. Это будет называться Sparkle Blog. Для этой рубрики будет отведен специальный плейлист на канале. И будет сделана специальная концовка и заставка. И, короче, такая рубрика будет выходить по-разному. Иногда даже будет там каждую неделю, если будет что-то интересное. Иногда даже какие-то новости там даже за один день. А иногда там просто будет раз в месяц или даже больше. Короче, сколько как будет новостей. В эту рубрику я буду просто вкладывать те съемки, те фотографии, те видео отрезки какие-то, которые из моей жизни будут какими-то там интересными. Как я там... Возможно, даже что-то будет такое, там, если какие-то новинки появятся, будут какие-то такие мини-обзоры и т.д. Просто что-то я буду показывать, что там делаю и т.д. И просто какие-то интересные моменты я буду там показывать. Так как желание снимать что-то на камеру и монтировать такие видео у меня пока что не угасли. Я думаю, что до конца 2019 года точно не угаснет. Ну, а дальше посмотрим. Поэтому я решила, что раз я такую рубрику, такие видео прекращаю, то я ввожу новую рубрику. Я тоже окончательно решила. Я думаю, что уже где-то с апреля-мая начнет такая рубрика выходить. Ну, это, собственно, все те новости, которые я хотела сказать. То, что я покинула проект MLPS. То, что я больше не снимаю видео с пони, как отдельные какие-то. И то, что будет на канале новая рубрика. Я думаю, что кому-то эта новость понравится, кому-то на нее вообще пофиг, кому-то... Вот, короче, просто скажите свое мнение, как вам идея по поводу
новой рубрики. И вообще, ну, вот как вам просто? Я думаю, что многим такой поворот событий понравится. Да и меня такое устраивает. Так что вот так. Ну, все равно, большинство тех вещей, какие там обзоры и что-то я даже захочу когда-то снимать, возможно, что-то со своей коллекцией, с новым чем-то, что у меня появится, или там с тем, что у меня уже есть. Если какое-то захочу маленькое видео снять, или какой-то обзор, или еще что-то на такую какую-то подобную штуку с коллекцией, или там просто какие-то вещи, то я такое, может, буду выкладывать иногда и на свою главную, можно сказать, в свою главную соцсеть, на страничку ВКонтакте, там, где, напоминаю, MLP Rarity есть, у информации о канале там есть ссылочка на нее, или в какой-то другой своей соцсети. Ну, а иногда буду вкладывать в такие блоги то, что вот такое. Короче, ждите новую рубрику. Ностальгируйте по тем видео, что были ранее. И, короче, ждите от меня новых видео. И да, что-то я очень много поговорила, уже 6,5 минут. Так что давайте закругляться. Жду от вас подписок, лайков, комментариев. Всем пока!